Всем привет! В этом уроке мы будем лепить из пластилина УАЗ-452 буханка. Модель очень простая и в постройке, думаю, каждый сможет такую модель слепить. Ну что, погнали! Все настолько просто, что даже не знаю, что еще можно подсказать. А вот и готовая наша модель. Лично я результатом и видом модели доволен. В инстаграме вопросе спрашивал подписчиков, как сделать буханку сток или кастом, большинство было за сток. На этом все, если у кого есть вопросы, пожелания, что слепить дальше, не стесняйтесь, пишите в комментах.